Короче, ребят, всем здорово, здорово, дорогие друзья. С вами канал в одном. Сейчас я ничего не пойму, что вообще происходит. Короче, приходится объяснять все, либо мне сейчас кто-то объяснит. Короче, сегодня у нас суббота, 2 октября 2021 года, все как есть, все правильно. Меня просто единственный вопрос, что происходит на МТС CD Planet. Предыстория. Сегодня такой в 12 часов, думаю. Сейчас зайду, погоняю на М4. Фигушки ты сами погоняешь сегодня. Вот она, мать твою. Я такой захожу и по привычке, то есть у меня уже все сохранено, просто по привычке такой клац, клац. Сейчас зайду такой вообще. Вот тебе, Саня. Север номер 5, на котором я играю, просто просит пароль, чтобы войти на загрузку сервера номер 5. Я мог ввести логин и пароль и войти в саму игру. Я даже логина и пароля не вводил. Он сразу просит пароль, такой введи пароль, братан. Тогда зайдешь. Я такой, что за фигня? Как же мои М4 там, бабки? А как я туда зайду теперь? И тут происходит следующее. Я такой, типа, просто время стекло, вот эта вся фигня пишет. Я такой думаю, ну не может быть, чтобы у меня такой слабый интернет был. Но сейчас пашет нормально. Я поискал там какие-то сервера, ничего не нашел, вообще ни одного сервера. Удалил МТС CD Planet, переустановил сам вот этот лаунчер, сделал небольшую переустановочку. Захожу, все срабатывает отлично, но МТС CD Planet, наших собственных серверов, я там не нашел, кроме американских и многих других русских. Куда все сервер номер 1, сервер номер 2, 3, 4, 5, 6, 6 даже нету. Просто все пропали. Чтобы понимали, у меня же там сохранено вот это вот, что заходишь сразу, подключение ранее, вот это вот. Заходишь, и он как бы светится не белым светом, а серым. То есть невидимая хрень. То есть это означает, что невидимо. И я такой, типа, что за бред? Нажимаю, он говорит, подключение типа невозможно, время стекло, CC23. Хорошо, залетаю в ВК на группу CD Planet, вот этого сервера наши, все русские. Там пишут, что идет какие-то технические работы с новыми обновлениями, что какое-то там здание огромное делают. В общем, идут какие-то там постройки. Может быть, какие-то новые трассы, может быть, старые удалят, решил что-то. Недавно же глобальное обновление на CCD RDS было же. Ну чего этого мало? Какое нахер здание? Я не знаю, что там админы придумали, но какая-то фигня. Пацаны пишут, что закрыли сервера еще с 10 часов. Ладно, может быть, это сегодня было. Типа, они сегодня закрыли. И говорят, что сервера откроются аж только в 3 часа ночи. То есть закрытые, там пишут, они были с 21 часа до 3 часов ночи. Пацаны пишут, что сервер закрылся с 10 часов.
смешно. Что за фигня, не пойму. Ребят, если кто шарит, а на МДС СД Планет или что-то такое, вот просто напишите в комментарии, что происходит. Мне просто напишите четкий ответ, чтобы я понял. Может быть, я не прав. Невидимо. Весь этот замочек напрали. Этого месяца назад не было даже. А что с вами происходит? Я не понимаю. Ни одного сервера нашего MDS SD Planet. Ни одного нету. Ничего не нашел. Даже пятого нету. У меня там в закладках сохраненный. Я могу в него выйти, но он просит пароль. То значит, это что-то делается сразу одновременно на всех серверах. Что за хрень? Короче, ребят, прошу вас, напишите в комментариях мне, что происходит на MDS SD Planet. Если даже там админ какой-то просто заглянул на мой канал, просто напишите в комментариях мне, что у вас там такое происходит, и хотелось бы понять. Может быть, сервера вообще не будут работать, может быть, какое-то временное прям вот... Ну, просто напишите ко мне в комментариях, и мне было бы очень интересно это почитать. Да, кстати, 45 подписчиков на моем канале. Спасибо большое, ребят. Продолжайте в том же духе подписываться. Ставьте лайкусики, комментарии. Всем до новых встреч, всем удачи, всем пока-пока, друзья.